Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре популярные ручки от компании Daiwa серии Enzone. Ручки выпускаются в длинах 3-4 метра. В общем, самая востребованная длина ручки штекерные, штекерного соединения. Огромный плюс, что достаточно надежное каждое колено у них. То есть вы можете сделать чуть короче, то есть из 4-метровой, допустим, сделать 3. То вы можете одним коленом ловить, когда вы ловите, допустим, с лодки. Взять только одно колено, да, соответственно, с втулкой. Если вы ловите там на... И вам нужно короткое, небольшое расстояние, это 2 метра фактически, там с половиной у вас получается. И, соответственно, полная длина 4-метровой, поставили третье колено и, соответственно, получили 4 метра. То есть за каждое из этих колен можно браться. Конечно, ну, в пределах разумного, там, через колено как-то не гнуть и вот так вот краном условно не подымать, там, вот так вот. Но, скажем так, если вы подсочили и откатом забрали рыбку, то прекрасно. Все это работает. Значит, давайте по карбону. Производитель по углю не указывает, какой здесь. Я так подразумеваю, порядка 30-36 тонн. Но палочки достаточно надежные. То есть они немного весят, что удивительно, и очень приятно лежат в руках. Вот можете сравнить, допустим, с какими-то топовыми ручками для подсачника, тот же Colmic, Morpheus, например, да, то есть посмотрите цену. То есть я не могу сказать, что вот эти ручки, они сильно хуже, да, они потяжелее, да, там где-то, ну, что-то там они чуть-чуть уступают, но для любительской рыбалки лично я считаю это одними из лучших. Поэтому, если вы их берете, вы не прогадываете однозначно, вы действительно получаете шикарную ручку штекерного типа от известной фирмы, когда от известного бренда, действительно хорошего качества. Значит, стыки все притерты, отшлифованы идеально, обрезки тоже замечательно себя чувствуют, никаких претензий к ним нет. Значит, по транспортной длине у четверки 152, у трешки 157 сантиметров. Каждая ручка идет вот в таком вот чехле, тубусе точнее. Приятный тубусик. Даже продумана не просто как бы крышка, да, а мелочь, а приятно. Здесь у вас вентиляционное отверстие, то есть такая дырочка для того, чтобы если ручка мокрую ручку положили, она постепенно там высохнет, не запреет. Ну, значит, дальше по весу. Давайте мы с вами, ну я пробки, ну давайте сейчас про пробки расскажу. Значит, торец закрывает верхняя пробочка, это резиновая. Просто достаточно прочная, хорошая резиновая пробка, которая, что удивительно, не залипает. Потому что многие очень ручки для подсачников, особенно там какие-то китайские мавера и так далее, я просто сам замучился снимать вот эту пробку, вот так вот откручивать, там не знаешь, какую подцепить резиновую, да, она практически приклеивается к бланку. Вот здесь плотная нижняя часть, нижняя пробочка, но она точно так же легко снимается. Ну и давайте тогда сразу, раз уж начал, вытащу вам колено. Ну, соответственно, у нас в руках четверка, она состоит из трех колен. Резьба, втулка с резьбой, штатная, стандартная еврорезьба, которая подходит под практически все головы, никаких проблем здесь вы испытывать не будете, что она подходящая, плюс она достаточно мощная, это вот не дешевенькие, там, грубо говоря, подсаки от Кайды, где маленькая втулочка, там еще как-то здесь гвоздик стоит, чтобы ее держать. И часто бывает так, что чуть-чуть подтянул лишнего, и просто она ломает уголь здесь и в помойку подсачник, потому что к нам очень много таких сервис-центр приходит, и за запчастями пытаются там просить на Кайду, которых, в общем-то, днем с огнем не сыщешь, их нет. Но здесь вот сама втулка, она вот, ну, сантиметра 4, наверное, то есть такая мощная очень. Надежная и чувствуется добротная вещь. Да, кстати, по поводу запасных частей, не забывайте, пожалуйста, подписываться на социальные сети магазина Multifish. Это к минимум ВКонтакте, Телеграм и
YouTube канал, и вы будете обеспечены запасными частями до 2 штук в год абсолютно бесплатно. Имейте в виду, бесплатно. То есть мы уже 2 года даем запчасти и на ручки для подсадочника, и на удилища различных фирм-производителей. Да, на спиннинги, Major Craft, Lucky John. То есть я уже сейчас замучаюсь перечислять, и на Дайву у нас акции были, и на Федера, и на все-все-все, что есть, и на спиннинге Дайву мы отдавали бесплатно 2 запчасти в год для наших покупателей, для купивших у нас удилище, и те, кто подписан минимум на 3 социальные сети, как я сказал, YouTube, Telegram и ВКонтакте. У кого есть возможность подписаться Instagram, Facebook и YouTube, тоже будет замечательно, это только для вас плюс, это плюс и к скидкам дополнительным, плюс и к запчастям, и мы идем навстречу, даем бессрочную гарантию на заводской брак, на все купленные у нас удилища, бессрочную, то есть на весь срок службы, на заводской, вы будете подстрахованы, что случись что, вы приходите, мы вам чиним бесплатно, либо отдаем бесплатно такое же удилище, заменяем и так далее. Не знаю, когда-то эти акции, конечно, закончатся, да, это как бы не на весь, не на всю жизнь, грубо говоря, существование магазина, но вот на данный момент уже 2 года мы их проводим, и люди довольны, посмотрите комментарии, да, отзывы об таких акциях, люди получают бесплатно 2 запчасти в год. Значит, давайте продолжим. Как я сказал, ну, давайте вот, наверное, колено я вам померю, потому что, скорее всего, вопросы такие возникнут. Длина вот этого первого колена со втулкой 120, соответственно, плюс второе колено, плюс заходы, да, она где-то 2,5, ну, 145 получается второе колено, и, соответственно, 2,5 там заходы и так далее. Ну, соответственно, все вместе это 4 будет. И давайте 4 метра. И, соответственно, давайте меряем тогда. грамм весит ручка четверка. Ну, шикарно. Шикарно. И тогда меряю трешку. Ну, здесь у нас пробки еще весят резиновые немало. Поэтому учтите, ну, заминусуйте их. 250 грамм она весит. Ну, я считаю, просто шикарные. Шикарные показатели. Поэтому имейте в виду, пока они есть, покупайте побыстрее, потому что действительно люди их разбирают, они продаются чаще и больше, чем все остальные. Значит, трешка, диаметр комля мерю, многие спрашивают, 27, и диаметр комля, ну, вместе хвата, чуть выше я мерю совсем немного, у четверки 29. Давайте тогда вроде бы все сказал, раскладываем, смотрим уже их под нагрузкой, пакет прикормки положим. Итак, друзья, ну вот смотрите, разобрали с Константином Михайловичем, нам в помощь, он 2 ручки. Значит, четверка у меня в руках. Очень здорово выглядит. Смотрите, вот показываю вам. Просто шикарно. С головой. Приятно очень она в руках для четверки. Быстрая, жесткая. Ну, давайте вот теперь краш-тест. Килограммовый пакет прикормки, это достаточно серьезно на таком расстоянии. Вот у четверки. Ну вот смотрите, поднимаю, насколько я могу это видеть. Вот. Ну, никаких проблем. Я вот по ощущениям запасик даже есть. Но сразу скажу, так поднимать нельзя рыбу. Поэтому обязательно все-таки откатывайте назад. Вот смотрите, я сейчас снимаю колено комлевое. Вот. Каждое колено, оно может быть фактически комлевым. То есть так прокрашен, такой материал, да, что он позволяет толщина стенок все-таки браться вот таким, в таком виде. Да. Давайте еще раз пакетик положим. Наводим камеру пониже. Но никаких проблем, видите. Отличная, отличная ручка. Ну и трешечку мы сейчас также испытаем. Так, ну вот у меня в руках теперь 3 метра. Также смотрим. Невесомая ручка абсолютно. Хорошая, надежная, прочная. Давайте с пакетом теперь. Константин Михайлович бросает наш краш-пакет. Ну, видите, никаких проблем я не испытываю
Вы сами можете положить килограммовый пакет прикормки в голову подсачника своего, почувствуете, какая это нагрузка. Друзья мои, ну вот, без слов, не знаю, что еще добавить. Отличные ручки, сами видите, подъезжайте в магазин, покупайте, подписывайтесь на социальные сети, будете подстрахованы фактически каско только с удилищами, да, у вас будут бессрочные гарантии на брак и две запчасти в год бесплатно в период действия акции, пока мы такие акции проводим, а проводим уже 2 года, значит, по чехлу, вот, простейший чехольчик, синтетический, прочный достаточно, то есть приятно сшит, и самое главное, это тубус. Ну, наверное, в чехле вряд ли кто-то их будет возить. А вот тубус просто замечательно. Он не на солнце не нагревается и его не ведет, в отличие от многих тубусов. Это вот такой нюанс, кто еще не знает. Да, то есть жесткий тубус, вот я его руками продавлю. То есть, ну, хороший очень. То есть, я бы сказал, я бы даже наступить на него мог, и ничего бы не стало. В общем, надеюсь, ролик понравился. Всего доброго. Обязательно подписывайтесь, если хотите мне сказать спасибо. Ставьте пальчик вверх, лайк, то есть, да. И всего вам доброго и до новых встреч.